В выставочном зале Одинцова «Экспо» открылась ярмарка «Покупайте отечественное». Свою продукцию представили лучшие производители из разных регионов России. Покупатели оценят широкий выбор разнообразных товаров – одежда, обувь, головные уборы, товары для быта. В преддверии Нового года почетное место на полках занимают тематические игрушки и украшения. Среди экспонентов – знаменитая клинская фабрика «Елочка», которая на рынке уже 138 лет. Всю праздничную продукцию фабричные мастера делают вручную. Стоит отметить, что в центре соблюдаются все санитарные правила. Здесь строгий масочный режим для участников и покупателей, выдерживается социальная дистанция, предусмотрены санитайзеры. На входе проводится термометрия. Все это необходимо для вашей безопасности. Ярмарка «Покупайте отечественное» работает до 13 декабря. Затем ее сменит новогодняя ярмарка. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».